Я тебе расскажу историю одной маленькой команды из одной еще более меньшей страны. Я хочу тебе рассказать историю футбола о сборной Исландии. Одиннадцать парней плюс тренер чего-то очень сильно захотели. Они проработали свои ценности, они смогли поменять свои интерпретации и смогли сделать так, чтобы мир влюбился в них. Спорт – это вообще уникальная вещь, которая показывает, что в спорте и в бизнесе все абсолютно одинаково. Ты хорошо тренируешься – ты выигрываешь. Ты нарушаешь правила – тебя удаляют. Ты ведешь себя неэтично – ты больше не можешь быть спортсменом. Все просто. И результат твой виден, особенно в футболе. Нет ни одного матча, который бы не закончился никаким результатом. Сборная Исландии победила. Но кто был их противником? Давайте посмотрим. Сборная Англии. Мировые лидеры мирового футбола. Совокупная стоимость контрактов этих игроков, возможно, превышает бюджет Рейкьявика, столицы Исландии. Я никогда не вглядывался раньше в лица футболистов. Но капитан команды Уэйн Руни – это как альфа-самец. Он вышел на поле только для одного, чтобы крошить своих противников. Он выходит для того, чтобы только побеждать. Сборная Исландии. Прекрасные парни. Они дошли до четвертьфинала, пора вылетать. Никто больше в это не верил. Никто вообще не думал о том, что они способны играть в футбол. Потому что до этого их вообще не было нигде. Но что могли противопоставить сборной Англии? Технику? Наверное, нет. Футбольную удачу? Наверное, нет. Успех? Пока его тоже не было. Но они могли противопоставить нечто другое. Почему сборная Исландии смогла победить сборную Англии? Первая причина и первая важнейшая часть любой победы – это ты и твои единомышленники. Ты должен быть лидером. А что такое лидер? В первую очередь, ты должен защищать своих людей. И ты должен вдохновлять их. Но если ты сам не вдохновлен, то ты не можешь вдохновить других. Когда ты понимаешь, что твоя команда – это семья – важно верить в свои способности. И, конечно же, предельная самоотдача. Нельзя достигнуть цель просто так. Самая большая возможность человека – это возможность быть лучше. Стать лучше. У тебя... Люди и компании могут меняться. Я это точно знаю. Я работаю с людьми, я смотрю на длинную дистанцию, люди меняются. Твоя задача – найти свою формулу успеха. У тебя есть возможность учиться у лучших. Ты можешь становиться лучше, вспоминая о том, что самое главное, что у тебя есть – это твои ценности. В том числе ценности, связанные с твоей командой.